Света нет. Лампочка перегорела опять. Все это бежит. Вода в душевой бежит круглосуточно, бассейн в подвале первого подъезда, оголенные провода, фанера вместо окон, копоть после пожаров. А 5 марта рухнул балкон с 4 этажа. Случилось это не впервые. Невозможно находиться и жить. Трубы рвет, подвал у нас в воде, вот этот, он еще с того года в воде стоит. Второй подвал его весну-осень заливает, и третий подвал так маленько его заливает. Запах стоит вот этой канализации всего. Здесь канализация забита, там канализация, трубы бегут, рвутся. У нас инцидент был, что топило все. Бежала горячая вода. Это было в январе этого года. Аварийным этот дом признали в прошлом году. Впрочем, как и балконы. Как пояснили в администрации, жители в курсе. Каждый собственник подписал соответствующий документ. И выходить на них запрещено. Что касается ремонта и содержания дома, то жители должны вкладывать в это и собственные средства. Им надо собраться всеми жителями. И если они хотят, чтобы дом не рушился, собирать средства и ремонтировать собственный дом. Эта проблема не 5 марта образовалась, она давно. Там была управляющая компания, которая управляла данным домом, но в связи с тем, что жители отказывались платить и не платят ни текущее содержание, ни текущий ремонт данного дома, управляющая компания отказалась от обслуживания данного дома. В очереди на расселение этот дом лишь 62-й. Всего в Искитиме в списке ветхих и аварийных 64 многоквартирника. У нас все дома в таком состоянии. В худшем или лучшем, это они все в одинаковых условиях. И если мы будем рассматривать вот такое, что передвигать, это надо все дома, чтобы были первыми. Потому что каждый житель признанного дома аварийным хочет скорее получить новое жилье. Общая задолженность дома перед ресурсниками и обслуживающими организациями составляет более 5 миллионов рублей. Соответственно, средств на содержание и текущий ремонт здесь нет. Сейчас в экстренных случаях с проблемами справляются за счет резервных средств местного бюджета. Но эти деньги также делятся на устранение аварий в других домах, которые есть в списке на расселение.